Тут приехала машинка, целый детектив. Кто-то взял и пробежался по машинке. Вот, ну что самое интересное, вот эта ступня осталась целой. И здесь вот походу чуть поцарапана, да. Ну сейчас отмоем, посмотрим. А вот тут получилось нехорошо. Вот. Вот. Сейчас посмотрим дефектолог там на экране. Ну вот такая красота. Здесь вроде бы тоже спружинило и ничего страшного нет. Ну сейчас будем отмывать и смотреть. Ну вот, вымыли мы машинку. Как я и предполагал, что здесь вот царапки, здесь нога соскользнула, и вот. Ну и получается, что та нога ничего не принесла, а вот здесь все видно. Ну, сейчас посмотрим. Сейчас померяем толщину лакокрасочки. Видно? 0,1. А вот здесь для сравнения. Вот 0,15. Видно, что здесь подпыляли. 0,16. Ну и так далее. Не в этом дело. То есть вот это освежевалось, а капотик у нас не крашеный. Значит, можно пробовать. Все, паузу ставим.